Работы по реконструкции кинозала входят в завершающую стадию. Торжественное открытие запланировано на 15 декабря. В отделение скорой медицинской помощи поступил 191 вызов. Один человек попал в медсанчасть в тяжелом состоянии после ДТП. Продолжается прививочная кампания, а в акушерском отделении на свет появились два младенца. На водопроводных сетях продолжаются ремонтные работы. Коммунальная авария вскрыла 8 дефектов на участках водопровода. В настоящий момент работы продолжаются на сетях 3-го микрорайона в районе домов 19-20 и на сетях 1-го микрорайона в районе дома номер 9. Значит, дом номер 9 мы планируем подключить к обеду сегодняшнего дня и планируем до конца дня решить вопрос с подключением домов 19-20 3-го микрорайона. Ремонтные работы на остальных дефектных участках продолжатся уже без отключения воды. 24 и 25 ноября пройдет первенство Центрального федерального округа среди мужских команд по баскетболу. Будут играть «Арсенал-2» и «Липецк». 25 ноября в Десногорской детской музыкальной школе пройдет праздничная программа «Мама. Первое слово в каждой судьбе». Мероприятие проходит в рамках поддержки фонда президентских грантов при участии Совета женщин. Планируется показ спектакля «Колобок». Приглашают всех желающих. Элина Нурматова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.